Естественно, на нашем вечере, на нашей презентации есть место сюрпризу. Итак, этот человек не нуждается в представлении, его знают все. Наш хороший друг, гость, под ваши бурные аплодисменты на украинском камеди, наш хороший друг Гарик Бульдог Харламов! Аплодисменты! Специальный гость! Здорово! Здорово, здорово, здорово! Шалом, православные! Эй! Так, о дикой природе. У слонят слонята, у черепах череповчата, у гепарда гепардята, а у песца пистята. Другой, совсем другой пацан, вообще другой, другой пацан, молодой, молодой, другой пацан. Привет, 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 это была пародия, это был не настоящий Гарик, не настоящий. На самом деле меня зовут Саша Сас, Сас это фамилия, три буквы всего, короткая такая, я весь в отца. Скажите честно, кто-то знает такую субкультуру эмо? Да, да, сказали четыре человека с такими челками. Знаете, в чем смысл эмо? Это покончить жизнь самоубийством. Вот, и их больше нет. Блин, какого хрена, почему были эмо тогда, когда доллар был по 5 гривен? И знаете, что я понял? Что в Украине, в Украине развивается только гастрит, язва и волосы, если на них вот так феном подуть. Так что, чуваки, развивайтесь, еще не поздно, а кому-то только надо этим заниматься, я этим и занимаюсь. Всех люблю, всех удачи, и всем удачи, и сексом занимайтесь, и я надеюсь, что мы закончили одновременно. Все, все, пока!